Производство кумыса в Казахстане впервые обретает промышленный масштаб. Как сохранить рецепты прошлого, используя самые передовые технологии, говорили в ходе научного форума в Таразе. Специалисты со всей страны и зарубежные гости делились опытом и предложениями о способах длительного хранения национального продукта. Ведь спрос на этот уникальный напиток с каждым днем растет. Причем не только в среднеазиатских странах, но и в Европе. К слову, первый патент на изготовление кумыса получили жамбылские производители. 2 года исследований плюс нанотехнологии местное предприятие уже выпустило первые 20 тысяч литров напитка. Причем храниться он может теперь до 60 суток. И это без консервантов и вредных добавок. Дело осталось только за кадрами. Специалистов по изготовлению натуральных продуктов сейчас катастрофически не хватает. Там будет ставиться вопрос на возрождение тех специальностей, которые раньше обучались, да, при агроуниверситетах, при Алматинском зооветеринарном институте, как зоотехники, зоинженеры. Просто эти специальности сейчас уже нету. Просто остались еще старые кадры, которые мы приглашаем. И вот сейчас ставим вопросы, чтобы, значит, обучать людей, поднимать вот эту отрасль.